День сегодня для всех нас очень важный. По крайней мере, у каждого есть возможность бюллетенем улучшить свою жизнь и поправить положение. Поэтому активно приглашаю принимать участие, не отсиживаться. Есть разные формы решения проблем, но выборы честные, демократичные, при нормальном подсчете, при строгом контроле. Это исключительно важно в сегодняшнее время. В Москве выбираем и мэра, а по всей стране выбираем 22 губернатора, 15 законодательных собраний, многие местные парламенты, собрания. Я уверен, что есть возможность улучшить свое положение, но настойчиво приглашаю всех, с кем встречались, с кем мы беседовали, принять активное участие, потому что впереди у нас много вопросов, много проблем. Страну обложили санкциями со всех сторон, кризис бушует. Надо выбираться отсюда мирно и демократично. Лучший способ – это достойное энергичное голосование. Всем желаю успехов. А москвичей поздравляю с днем рождения Москвы, с этим прекрасным праздником.